Камера. И начали. Сегодня мы в очень интересном доме. Снимаем рекламный ролик для компании «Финам». Это полностью имиджевый ролик. Задача одна, чтобы люди посмотрели, запомнили бренд и запомнили, собственно, рекламное сообщение, основное торговое. То, что было задумано именно в голове после прочтения сценария, оно пока идет по плану. Согласование сценария проходило с большим количеством людей, 13 человек, по-моему. У нас было одновременно в кабинете, мы питчили, рассказывали свои идеи и реально выбрали хороший сценарий, который мы сейчас воплощаем. Я уверен, будет крутая работа.